День Первой Республики Армения был отмечен в Краснодаре благотворительным мероприятием, призванным привлечь армянских предпринимателей города к сбору средств для оказания помощи Нагорно-Карабахской Республике. Организаторами и спонсорами акции, прошедшей 29 мая в новом банкетном зале «Ника», стали предприниматели, объединившиеся вокруг газеты «Армян России» «Еркрамас». После минут молчания, объявленных в память павшим защитникам Арцаха и жертв агрессии Азербайджана, перед собравшимися выступили представители армянского духовенства, общественных организаций и депутатского корпуса города. С особым вниманием было воспринято выступление настоятеля армянской церкви города Славянска-на-Кубани Терпетроса Баграмяна и известного российского и армянского военного деятеля генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорианца, специально прибывшего из Москвы для участия в акции. Соответствующий настрой собравшимся придавало выступление певцов, исполнявших песни патриотического содержания. Отметим, что Артур Межлумян, Самвел Арапетян, Карен Арапетян и Кристина Халатова с воспитанниками своей студии вокала приняли участие в акции также на благотворительной основе. В ходе организованного телемоста со словами приветствия к собравшимся обратился премьер-министр НКР Арай Крутюнян и заместитель министра обороны НКР по вооружению Вячеслав Даниилян, поблагодаривший краснодарских армян за деятельное участие в судьбе пока еще не признанной мировым сообществом республики. Документальный фильм карабахских авторов «Провальный блицкриг», продемонстрированный гостям благотворительного вечера, еще более укрепил уверенность в необходимости объединения усилий диаспоры для поддержки Арцаха. Перед собравшимися также выступил представитель организаторов акции, сообщивший о том, какая сумма была собрана за последние два месяца и что именно было приобретено и еще планируется приобрести на собранные средства. Ряду активных участников сбора благотворительных средств были вручены грамоты от имени премьер-министра и министра обороны НКР. Отметим, что среди награжденных не только армяне, но также есть уроженцы Дагестана и Таджикистана. В ходе вечера был организован сбор финансовых средств, в котором приняли участие многие из собравшихся. Те же, кто не был готов внести свой вклад в день проведения мероприятия, пообещали сделать это в ближайшее время. Также в фонд поддержки НКР была внесена сумма от продажи двух картин, предоставленных для благотворительного аукциона известными на Кубани художниками, дочерью и отцом Лусине и Николаем Джаняном. В ближайшее время, после подведения окончательных итогов благотворительного вечера, в Арцах будет направлена очередная партия гуманитарной помощи, приобретенной на средства краснодарских армян. Вся информация об этой и других акциях доступна на сайте газеты «Армян России» «Еркрамас».